Что такое мировое зло, к каким последствиям приводят теракты и кто им противостоит? Подобные творческие конкурсы побуждают юных горожан задуматься о важных темах. Так в нем приняли участие 42 ребенка, учащиеся образовательных организаций Нефтеюганска. А лучшие 6 работ были удостоены дипломами первой степени. Помимо этого была отмечена работа бюджетных учреждений, проводящих мероприятия по противодействию опасной идеологии. Лауреатами стали педагог 7-й школы и воспитатели детского сада «Журавлик».